Manhunter. Сегодня я решил сделать такой вот небольшой обзорчик по социальной сети «Друг вокруг». Ну, просто я делать нефиг. Короче, «Друг вокруг» — это социальная сеть, в которой общаются люди, в основном молодые, знакомятся, потом встречаются. А также в этой сети можно неплохо подзаработать. Ну, судя по тому, как ценники здесь, как сказать, рекламируют свои молодые люди. Вот девушки продают свои интимные фотографии и подзарабатывают. Сейчас откроем девочку из Томска, ей 22 года. Видите, вот она. Вот она. Звать ее Анечка. Может, кто ее знает. Из Томска, короче, вот у нее статус. Всем привет, парнишки. Любитель жарких картинок, пишите в WhatsApp. Номер ионы, как зовут и где живу, написано в анкете. Видите, Томск, Томская область. 3 дня назад создана анкета. Видать, она уже не первый раз зарабатывает, как бы ее блочат за эти фотографии. Вот она сама, Анютик. Вот она. Вот такая вот молодая девчонка, я думаю, лет 17. Ну, судя по тому, какой у нее стоит телевизор Panasonic, она еще мало зарабатывает и не купила себе охуенную плазму. Соответственно, и стул у нее такой же, вот видите, стертый. Девчулька заработает деньги себе полные, блять, карманы, состояние поднимет охуенное. Так вот, вот тут еще один нюанс. У нее, похоже, блять, клеящаяся лента вот здесь вот оторвалась нахуй на комоде или на тумбочке. Что-то она здесь вот демонстрирует, то ли трусы, то ли шарики какие-то непонятные. Дальше посмотрим нюансики. Фотомодель, короче, сраная. Опять на фоне своего панасоника заебанного. Она фотографируется уже на пледе, на полу. Видать, в кошачьей шерсти, нахуй, половик. Не хочет колготки свои замарать. Ну, тут уже как бы покруче. Вот у нее колготки охуенные, с таким вот швом здесь вот, блядь. Вот. Такая вот Анечка. Вот она уже здесь хвастается, какой у нее розовый лифт есть. Видите, какая Анечка. Охуевшая девочка, кстати. Подписывайтесь на мой канал, я буду разыгрывать 1000 рублей, когда у меня будет 1000 подписчиков. Видите, у нее даже интернет беспроводной отсутствует. Вот у нее проводной, видите? Или это телефон, или это хуй знает что. Вот она уже ножку так элегантно задрала, типа, возьми мою фотографию хотя бы за 10 рублей. И я приобрету себе новый стул. Ладно, всем пока. Подписывайтесь на канал Fisherman Hunter.